Друзья, всем огромный привет! Сегодня я решил выспаться и поехать на рыбалку. Всю неделю стоит жара у нас, 34 градуса, но вот сегодня более-менее прохладный денечек. Так что, друзья, не переключайтесь, рыбалка начинается, все самое интересное вы увидите. Погнали! Все, друзья, я приехал. Сейчас потихонечку, не торопясь, будем раскладываться, потому что еще купающихся много. Все, вода как положено. Муть нагнала. Ветер южный сделал свое дело. Так что надеюсь на хорошую рыбалку. В таком закуточке расположусь. Здесь вот будет нормально. Сидеть спокойно можно. Потом утром тенечек здесь будет, вообще классно будет сидеть. Народу купается, капец. Сегодня столик свой взял, такой. На нем буду кушать, готовить. Опа. Крупы наварил, гороховые. Перловой, пшенки. Одежку взял, спальный мешок на всякий случай. Надеюсь, он не понадобится, потому что рыб будет клевать. Пшеночки. Прикормка вот такая. Фидер концепт. Тартарась, мне кажется, вообще пофигу рыбу. Вода теплая, капец. Парное молоко. Сейчас опять-то на фидерной смазке точку прикормлю, заклипсуюсь. А вторую донку буду закидывать с салом. С опарышем тут у нас. По классике. Насажу я бутерброд. Червяк с опарышем. Вот такой вот пучочек. Гречневый с говядиной. Сейчас разогреем. Так.
Все. Друзья, уже темнеет, сижу, кайфну, закат, будем ждать, где-то с 11, с 12 надо уже прям ждать поклевок. Лещ, скорее всего, друзья. Час ночи, первая рыбка. Ну, как-то так, друзья. Позавтракаю, друзья, уже очень проголодался. Яичницу забубеню прямо в этой же чашке. Я думаю, все пожарится нормально. С хлебушком будет огонь. Дождался, друзья, своей поклевки. Уже засыпать стал. Проснулся, как в прошлый раз.
Есть. Вот такой. Как в прошлый раз, грамм 800 в среду поймал. Вот. Сейчас сделал на бутерброд. Ну хоть что-то, блин. Хоть что-то столько просидеть. На бутерброд. Червяк опарыш. Червяк опарыш. Есть, друзья, дождался я его. Дождался. Хорошая поклевка, друзья. Окунь. Собака. Поклевка-то была какая. Что-то есть, друзья. Ну что-то не крупное. Явно не лещ. Опять может окунь. Да, скорее всего окунь. Ну это покрупнее. Рыбак спит, а рыба ловится, да? У меня тоже сидит, что ли, что-то? Окуняра неплохой. Кило 100. А, у тебя висит уже. Вон, круто. Побольше. Ну что ж, друзья, на этом все. Я с вами попрощаюсь. Хорошенького лещика, так скажем, поймал.
киосу-то он получился, сами видели. Но все равно рыбалкой доволен. Свежий воздух, вода, рыбка поклевывала. На этом все. Всем пока. Ходите на рыбалку. До новых встреч.